Призывников будут собирать в другом месте. Здание областного сборного пункта на Большой Московской военкомат должен будет освободить. Такое решение принял областной суд. Решение Ленинского районного суда города Владимира от 23 сентября 2015 года оставить без изменения апелляционную жалобу ФКУ военный комиссариат Владимирской области без удовлетворения. Здание областного сборного пункта на Большой Московской, а именно оттуда призывники отправлялись по военным частям, уже давно находится в аварийном состоянии. В доме, который был построен еще до революции, капитальный ремонт не проводился никогда. А после обильных дождей этим летом строение вообще оказалось под угрозой обрушения. Чтобы не допустить трагедии, подобный обвал учебного центра в Омске, тревогу забил теперь уже бывший военком региона Юрий Карманов. Июльские обильные ливневые осадки, которые привели к подвижке грунтов Ерофеевского спуска, они действительно усугубили ситуацию по механической прочности здания, в котором размещен областной сборный пункт, и появилась трещина. Именно бывший военком региона стал инициатором проверки, результаты которой показали, что массовое размещение людей в таком ветхом здании невозможно. В конце ноября решением Ленинского райсуда деятельность военкомата в этом здании была запрещена. А спустя несколько недель Юрий Карманов написал заявление об увольнении по собственному желанию. И примерно в это же время областной военный комиссариат подал апелляционную жалобу на вердикт суда. В военкомате озвучили и причины. Сборному пункту просто некуда переезжать. Однако теперь сделать все же это придется. В настоящее время командующими войсками Западного военного округа принято решение о передислокации областного сборного пункта, значит, в административное здание, где сейчас располагается отдел военного комиссариата области по Октябрьскому и Фрунзенскому районам на улице Лермонтова в городе Владимире. Зам военного прокурора области предположил, что обжаловать решение Ленинского суда в военкомате решили, чтобы выиграть время. Ведь переезд в разгар осенней призывной кампании доставил бы немало проблем. Однако оставаться в аварийном здании до конца этого года военкомату все равно не удастся. Решение областного суда вступило в законную силу с сегодняшнего дня, и теперь в 10-дневный срок сборный пункт должен переехать и освободить здание на Большой Московской. Никита Королев, Ольга Федина и Евгений Токарев, 6 канал.